Представьте себе такое село, в котором люди на улицах улыбаются, в котором есть новые рабочие места, куда могут приехать туристы, а вечером там можно прогуляться по освещенным улочкам. А самое приятное, что такие села уже есть в нашей стране. Убедись в поддержке Евросоюза. Проекты местного развития в селе Устье реализованы на европейские деньги. И мы продолжаем строить.